что, всем доброе утро. На вечерку вчера, увы, не попал, так как очень устал. Время сейчас 3:30 утра. Туман такой поднимается. Выдвигаемся на наше место охоты. Сегодня утряночку отстоим. Может быть, еще побродим по каналам и будем собираться к дому. То, что смотрели первое видео, писали комментарии, ставили лайки там, дизлайки, кто там есть такие умельцы, спасибо вам большое. Не забывайте про меня. А мы пробираемся сквозь эту щебу и выходим на нашу болотинку. Ладно, увидимся уже на полете. Сегодня народу поменьше, видимо, стало. Все-таки взял я ее с третьего. Готово. Не пойду подбирать. Утки, ребята, море. Море утки. Петелочка идет. Ребята. Они там сели, ребята. Сели. Ну ладно. Подождем, пока, когда поднимется. Сразу к ним. Щелочек. Бомс увидел. Сразу к ним. Нет, нет, подсадные свои. Пока сидят. Пойдем подберем уточек наших. Должна быть. Вот туда падал. Искать. Если мы так не летали. Вот она. Дошла. Давай. Немного расскажу про ружье свое. Сегодня я охочусь с Браунинга Авто-5 легендарным. Вот. После весенней охоты
боек пополам лопнул. Отдал токарю, вытащил новый боек, поставил. Уже вот налеты, все нормально пробивает. Так что авто 5 рулит. И зарядочка. 70-й патронник. Вот. Безотказный, как автомат Калашникова. Да блин, далековато, да и канал там. Черочка. Черочка заходит. Есть. Вот она, ребята, широконоска. Ну да. Вот видите? О, крикоша тут взяли. Оно какое-то. Петрович опять по колено. В воде. Вот пошел, 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 пошел. Помаши маме ручкой! Помаши маме ручкой! Вот он! Смотрите на нашего героя! Давай прямо, Олежка! Сейчас я наманю тебе туда еще! Ну давай его уже до тех вон камышей! У нас тут Алексей. Вдруг гусь полетит. Мало ли. Гусь. Решит. Я тебя боюсь. Гусь, я тебя боюсь, да. Сейчас был налетик. Прямо где камыши? Ну вот, справа камыши. Справа от тебя камыши. Это нырок. Ой, нырок. Нырок, я тебе говорю. У меня такой же. О. Серая утка, блин. Какой нырок? Это нырок. Чирок? Нырок. Чирок, нырок. Ну что, как тебе прогулялось? Хорошо. Почернел, блядь. Прям это, прям так
Душевно. Душевно, да? Угу. Ты прям в торфу, да? Да. Сапожки не забудь помыть. Олег в труселях уже в чате. Попал. Опять же. Ребят, прям на нас летят журавли. Штук 5 или 6. Охота разрешена на них в октябре. Зараза, неудобно. Что я мажу? Все нехорошо так. Попробуем с подхода. Погуляемся немножко по нашему городу. Один готов. Вот он, трофейчик. Добытый нами только что. Ну что, друзья, будем заканчивать сегодняшний день. Взяли сегодня тоже неплохо, в принципе. Налеты были. Вот. Кому понравилось, ставим палец вверх, пишем комментарии, кто как открыл сезон. Вот. А мы пойдем в лагерь отдыхать. Плавает семейка щерков, но мы их не будем трогать. Там плавунцы не летуши, не спортивная охота, я так не люблю. Ладно, всем удачи, пока. Не забывайте подписаться на канал. Скоро нас будет уже почти 1500. Кто смотрит, кто подписался, всем спасибо. И удачи вам в ваших делах.